Мырью. Покупаем, продаем. Перед тобой вообще-то два лучших варщика. Перед тобой вообще-то два лучших варщика. А чё, слот чей? Притон. Притон. Хинкаленко. Ушел. А чё Хинкаленко? Да я жалась. Ему на работу завтра. Рано, он попросил ему замену. Хинкаленки на работу? Ему 15. Фастфуде работает. 14, блядь. Можно работать уже. А вы думаете, кто вам, блядь, в Макдональдсе подает? Пакистане кроссовки. Кто подает? Ну так-то вообще-то. Мы подаем. Мы подаем. Я так понял. Мне, пожалуйста, 200 гп и колу, нахуй. Чего, блядь? Колу сюда? 200 гп этому господину, нахуй. Мне и моему другу. Можно, пожалуйста, 200 кп, 200 гп, нахуй, за третий столик, блядь. Это времени много, есть, нет, это, блядь, 200 кп, нихуя там разрядка будет. Таблетку выпил, блядь, от головы, нахуй. Сейчас, короче, блядь, скоро пиздец будет. От головы не таблетки надо пить. Никитос, а ну что же? Там вообще пить не надо. Пить понял. Не надо, точно, блядь. Это же, блядь, не эстрада, нахуй. А что пьешь? Поешь. Я, ну так, айранчиком балуюсь, а ты? Не ряжет. 15-летним, нахуй. Из бочки, ебать, айран. Он у меня вчера был в гостях. Кто, айран? Эранчик, что говорит? Хорош мальчик. Говорит, заебали меня. Босса, не спульте, уберите только петов. Говорит, заебали, баклажаны не покупают, нахуй. Давайте нахуй. Не, ну сейчас что мы перед пулом-то ебальники закроем, нахуй. Так, короче, Катрисия на трэше, да? Угу. Заходи в инст. Что получается? Holy drink в свету? Holy drink. Holy drink. Вот, вот это вот. А во тьме у нас... Юля, правильно? Королева джунглей в розовой шубе. Он же ее угадал, нихуя себе. Так. А что, рыба будет? Якобы что-то такое... Обед будет? О, стоит. Хорошо, когда стоит. Обед. Безбрачие. Хорош. Этот. И не то. Спокойно, нахуй. Тьму. Кто танчит с вас тьму? Вы договорились? Юля. Понял, нахуй. Дормаму. Значит. Я пришел договориться. Значит, ты начинаешь, значит, этот самый босса. Во тьме, напоминаю. Варахель, Друид Инвалид, Транквилла. В свету Стелси, Войд и Мурлокос. Не уронить задачи Холидринка и Катрисию. Диспелит свет, значит. Сука, кто же? Да? Ну давай Мурлокос. Мурлокос, если это, ты тут? Ой, блядь, надо разбить. Так он лагает. Хорошо. Давай в дикон ты подиспелишь тогда. О! Есть фреймы у тебя, есть? В свету? А, да. Чисто первую и третью. Фаза, я, да? Предлагаю первый. Себя на замену кинуть, потому что у меня пинка 200 до 1800. Похую, вообще похуй. Бегай ветками маши, нахуй. Ладно. Так, дальше, значит. Просто страхуй нас, нахуй, и все. Ага. Напоминаю, во тьме дамажит первая пати. Тьму танчит Юля. И дамажит еще гомосек и инвизибл. Все остальные свету, блядь. Хилов я назвал. Ты это, поставь сверху одного паладина для трэша. Заливать быстро. Да не, не надо. Там две роги, во-первых. Плюс там две совы. Роги там дадут, там дадут АУЕ, нахуй. Стоит. В чем проблема? Вон ханты, маги, столб, иссушение, заломаныч, лужа, нахуй. Там пиздец, там хватит АУЕ. Две роги начнут напуливать. Если этого не хватает, просто сдадут дождики свои и все. Вопрос, а какими лужами? Проблем абсолютно похуй, вообще тотемы паляющие поставишь. Или просто цепуху дашь два раза в мобов. Проблем никаких нету. Все, проверка, я буду палять. Ок, шеф. Маг, дай интеллекта, пожалуйста. А кто из паладинов в свету, возьмите огонь. Значит, Стелси и я не заходим. А вообще, давай.
Давай, блядь. Короче, этот, Мурлокос и Войд не заходят. Стелси, заходишь в тьму, и потом выйдешь в свет. Только заходишь там, когда танк зайдет. Смотри, не это, не обрыгайся. Войд, огонь поставь. Все готовы, ставлю огонь. Даю отчет. Зашли за линию. Бля, я не могу затыкать. Ну ебаные волки, бля. Кризис джайст. Нихуя себе, блин. Хуя ты, Войд, блядь, взял крышу, ебать. Не фуди. Давайте с первого трая, потому что я рот ебал. Надеюсь, мы. Гаца. Хант, неси. Да кто здесь даун диспелит, нахуй? Сейчас я проверю, блядь. Спокойно, нахуй. Перебегаем, нахуй. Рассеивание. Перебегаем, стелси. Нахуй. Все, пиздец. Стелси, расскажи мне, пожалуйста, какого хуя, нахуй? Падайте. Здорово, начальник. Куда? Зачем ты жмешь это? В огонь заходите. Надо больше, не жми ничего. Запуталось, хорошо. Со второго трая убьем, отменю ГП. Не убьем, блядь, похороните ее приор, блядь. Так она, нам-то чё? Пиздежа меньше, заходим, жрем рыбу. Вот через 5 секунд она поставится, через 10 секунд вы должны быть все готовы. Ну плюс 10 еще на паладиновский баф. Вот рыба стоит. Okay. Я припод последний въебал, бля. Спокойно, нахуй. Спокойно, Ипполит, спокойно. Спокойно? Че-то я, блядь, нажал на рыбу, что ли? Это муляж, блядь, что ли, или не жмется? А почему не жмется, нахуй? Ну, я только сейчас нашел. Потому что танцпол ебаный стоит, нажмите на край. Кто какой даун его поставил? ГП въебывай. Кто ставит эту хуйню, нахуй? Че, дураки совсем? Я вам серьезно говорю, блядь, сегодня не убьете нахуй, будете в среду бить эту РС-ку нахуй. Пару драйв и все нахуй. Ну имейте в виду, блядь, будете ждать апокалы, блядь, неделю. Признавайтесь, какое там... желание бабки скинул за вайпер. Че там, примется готовность, нет? А вот все готовы, дают что-то. В том случае я хуй кому-то уступлю шмотку, если она упадет. Ну, запа забирай. Опа, давай. Блять, еще этот КД нахуй. Напоминаю, если метеор в танке, то лицо босса поворачивается на рейд. Будет босс... лицо босса поворачивается на рейд, рейд идет туда, где был хвост. Это делается для того, чтобы голем был с одной стороны, а рейд с другой. Мелочи вешаем. И большого тоже зерга как можно быстрее. Кулидринка ограда хуя там, так что смотрите в оба. Мелочи, да? Тер секунду. Бежали. Притормозите по боссу. Сначала трэш убьем, потом босса перейдем. Притормозите. Вы на Сега мазе. Бег. Трэш сначала. Мелочи это. Как Юля готовится. 1%. Стелси, напоминаю, ты здесь заходишь, только подожди, когда танк зайдет. Переводим. И потом выйдешь к нам на третью фазу. Так, заходите. Стелс, иди, заходи. Так, на лезвие там нормально у всех обзор? Кто там лезвие видит? Он рарнику помощник. И кружок нахуй. Сдохнет ГП, блядь. Мэтт Фокс неси. Все, кто сдохнут, ГП, блядь. Когда крутить, там сориентируйтесь. Уже начали. О, рано начал, ну ладно. Ничего, главное не сдохните. Блять, пиздец. Рарник неси. Товалку юзы стелси.
втроем хилите. Помогайте хилить. Стой здесь, никуда не заходи. На другую сторону придите, алё. Вадикон, мы только, если что, помогайте хилить. Хорошо, перешли на другую сторону. Стелси, ты чё под ебалом стоишь? Стелси, сюда перейди. Без ебала, мы не... Лезвие сейчас. Бля. Пиздец, дураки, блядь. Мурлокос, гомосека, Катриси, инвизибл, ресэм. Как лезвие закончится, скажете. Быстро, встали. Закончим. Заходите. Сейчас фаза. Заходите внутрь. Фаза готовится. 51. Готовимся, 1%. Еще раз сдохните, пизда. Метка есть, выходим сразу. На выход быстрее. Хилим. Выноси, Катриси. Скоро лезвие. Наш. Короче. Что это было? Что, блядь, лезвие нахуй? Хуина, блядь, блядь. Дебилы, сука. Я же даже, блядь, два раза сказал, нахуй. Да ты прям вообще, да. Сука, нахуй. Вы что там, нахуй? Кружок сдох, да? Короче, нахуй, я в ахуе просто. Рарник, в чем дело, блядь? Вы что, шары не видите, блядь? Что? Хуй знает. Я стоял, где они... Хуй знает, блядь. А как вы сдохли-то, нахуй? Хуй знает, блядь? Кто еще там вздыхал? Стояли, где исчезли. Масюк, давай. Он не виноват. Кто виноват тогда? Виноват то, что порталы появились. Въебали у дракона и в жопе. Побежали в портал и умерли. И что, на шары надо перестать смотреть и стоять как дауном или как? Блядь, ну, я нажал уже... Мне просто объясните, ну почему нельзя на шары-то смотреть, нахуй? Посмотрели на шары. Ну а как вы смотрели, что сдохли, блядь, 7 человек? Пиздец, заходите быстрее, нахуй. Я каждый день смотрел на свои шары. Я просто в ахуе, блядь. Для вас что, порталы отменяют шары или что? Или лезвия прекращаются? Так, а вас спилило или вы сгорели? Ну спилило их нахуй, они не знают, от чего не сдохли. Я потому блядь. Что вышел прям под самый метеор, и, блядь, он на портал, нет, можно сказать, падал. Не, святой метеор никого не убил, блядь. Ну потому ну, что потому они что не умерли на лезвие. Я вышел в портал, который в хвосте был, нормально все. Ну я тоже, я просто рано выхожу, потому что я могу... Пиздец, блядь. Стелси, блядь, я хуй знает, почему ты сдохла, блядь? Почему вы не говорите, как нести метку, нахуй? Подъебала, бежала или что там было? Можете сказать? Я так и не понял вообще, где она умерла, я даже не это видел. Это какая-то залупа, потому что, блядь. Вы смотрите вокруг, блядь, босс простой пиздец. Вам 1-2-1-2 нажимать, вы дохните, нахуй. Короче, это, ну, блядь, последний трай, нахуй. Дальше я хуй знает, что будет, блядь. Будет, блядь, лютая ГП, блядь. Босс простой, сука, успокойтесь и не дамажьте дохуя. Обращайте больше внимания на то, кто и что как делает, блядь. Чтобы не было вайпа, блядь. Пиздец, ДПСа в 3 раза больше, чем надо на этого босса. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Возвращаюсь, ставь его. Ханту неси. Бежали. В огне не стоим. Большого зерганите быстрее. Охуенно на пол. Он будет расти сейчас. Вот это проблема твоя, Фридринг. Вот именно вот в этой хуйне, блядь. Такого не должно быть. А что с напу? Лужу дальше давайте доносить. Мобов убейте. Они, когда большой рядом, они растут. ХП увеличится и их урон, блядь. Метеорит. Побежали. Если такая ситуация, то старайтесь РДД зергануть моба большого быстро. Пока так хули... Большой же вроде умер, не? Ну сразу почти. Да. Вот сейчас смотрите, как они бегут. Вот они, видишь, уже пробежали на Хулидринка за его АВЕ. Вот стаунтили нормально. Все, убивайте. Сколько там процентов? 2%. Ладно.
Я предрочился как-то уловить. Вот, вот, все нормально. Ну, все заебись. Давайте, спокойно. Там пошли на кружок перебежим. Лезвие корректируйте, когда выносить, куда выносить метки людям. Следующий сектор. Вот этот сектор наш. А продакс вынеси. Просто назад подъебало не неси. Следующая метка будет одновременно с началом лезвий. Нести между двумя шарами. Не назад, не в задний шар, не в передний подъебало, а между двумя шарами идти. Обратите внимание. Следующий сектор наш лезвие. Вот. Аккуратно. Урга, я думаю, справится. Что по процентажу? Не сдохните там, захильте. 53 все. Выходить будем. Угу. Где-то с кружка будем выходить. Как обычно. Сейчас будет метка. Метка, где есть? Следующий сектор наш. Метеор, прибежали с кружка. Да метка будет. Спасифея, здесь диспальте, кто там нахуй? То почему вы сдохли, блять? Метеоры. Да а потому чё, что блядь? Я говорю, мы выходим с кружка. Вы, блядь, как-то метеоры не сбрасываете. Ходить. Кружок. Блять, этот. Ёбаный. А чё с пасифеей? Можно сдиспелить нахуй? Или вы что, совсем дебилы, блять? О-о-о, ты вы чё, ёбаный? Ясно, нахуй, падайте, блять. Ну она вышла с меткой, блять. Пиздец, я. Ну, я хуй знает, что вам сказать, нахуй. РСК, походу, не для нас, нахуй. Что поменялось, блять? В мозгах, наверное, что-то поменялось, блядь. Прошло КД? Не знаю, нахуй. Что у вас? Вы мне объясните, блять. Почему так сложно-то, блять? Метку не видим? Или что? Или, блять, ну, я хуй знает. Вам хилам всем... Надо хилами играть и танками, нахуй. Чтобы вы понимали, что такое, блять. Сука, ответственность за рейд. Рейд падает, нахуй. Мы не знаем, почему, нахуй. Ну, пиздец, блять. Вот как... Блять, почему не разобраться в этом, блять, ребята? Я говорю танчить халидринку тьму не потому, что я хочу его заебать, а потому что, блять, ты должен быть крутым, нахуй. Ты крутой, но надо быть еще круче, блять. И будешь жить ровно, нахуй. Что, блять, наставление ебанутое, что сачество. Что ты... Надо быть крутым, блять. Чтоб ты пришел в какую-то гильдию, тебя спросили, блять, тьму умеешь? И ты сказал, да ебать, мне вообще похуй, ебать. Могу тьму, могу мелких, могу, блять, босса, нахуй. Пиздец, ребята, ебать, воодушев... готовит своего сына в свободное плавание, нахуй. Воодушевляющая речь, нахуй. Я не понимаю, зачем проблема, блядь. Чтобы люди, когда приняли в гильдию, знали, откуда он пришел, кто его воспитывал, нахуй. Чё там, блядь, готовность будет, нет? Стелси. Все готовы заходить за линию, блядь. 5, 4, 3, 2, выпускайте бычку. Дуй ты, блядь, ресы. Автоатакой там, ресы, ман. Бежали.
Пиздец, я даже шок дал, один хуй не спасает. Стелси, все, хватит. И устала. Вдвоем хилим Мурлокос. Фаза пошла. Не надо. Вот это наш сектор будет. Крутимся. Рарник вынеси. Слава, в печеньку съебись. Вилашу похильте. Это сектор наш. Дроид инвалид. Что по процентажу? 53. Выебы нахуй. Лези аккуратно. Наш сектор. Метеор перебегает. Вот еще забагалась дитла? Да. Нихуя не видно до пизды. У меня, блядь, забагался Оман, нахуй. Вот я вот патрон. Какого хуя ты подъебался? Тихо. Лезвие. Готовимся. Мурлокос ресси, Мэтфокс ресси. Давай, ну, исправляй эту хуйню, это пиздец. Тут в босса надо играть. Где метка? Не знаю, вот он. Метеорит. Метеорит перебегаем. Бобов доигрываем. Играем, метеорит на танке. Мобов доигрываем, новые мобы. Шалфир вынес. Блять. Этот Катрисия ресни. А все, падает. Что там? Да так, нихуя, нахуй. Может, зерганять кто-то? Зергайте, нахуй. Не, я имею в виду. До 100% вот смета там. Если IQ не хватает с метеора выбежать, нахуй, ты чё, блядь, угораешь? Там секунды надо считать, блядь. Что там считать, блядь? Он тебя орёт, нахуй, небеса в огне, нахуй, и побежал. Да я не про метеор, я про зерк. Бля, нормально так Тормса дамажит, пиздец. Ульт с цветением-то. Ну. И все, блядь. Ну, понял, блядь. Стелси, а где морда, блядь? Хули он молчит, нахуй сидит? Кто молчит? Где морда, блядь? Я его не вижу. В Дискорде и в игре. Блядь, пиздец. Он на варе. Пока мы будем ждать, блядь. Мордаун, блядь. Я только зашел, блин. Заходи на поста, блядь. Какого хуя не в рейде, блядь? Стелси, иди отдыхай. Хуя в рейде, блядь, я только зашел, блин. Ну ты, блядь, должен зайти, нахуй. Должен зайти и сказать. Звук это должно быть включено. Ну, не хочешь включать, смотри тогда надписи на экране в ДБМе. Не хочешь надписи смотреть, ну я хуй знает она. А, 4 секунды зайду. Ставьте шкаф. Свет хилишь. Кого? В холика?
свет. Окей, погнали. Транквила попрофитнее будет в тьме, чем ты. В любых спеках. За 2-5. Нормально унизил. Чел вообще мейн. У чела вообще мейн спек холик. Ну, попрофитнее будет. Ну, блять, пока что у него нет Т5. Так-то будет потом неравноценный. 2-5 своим ба просто. Да ладно, я не обижаюсь. Попустил. Ну ладно, не обижаюсь нахуй. Дротик, блядь, фотку в Вайда кидает каждый вечер. А чё, я в Лаше это писал? Старается в глаза попадать, да? Не знаю, чё написала. Не видел. Так, сейчас. Чё там, Юля АПК, да? АПК. Чё шо? Без понятия. Я встал. Надо потом спросить у Вилани, сколько стоит вайпрайда. Без цен. Ну, Тури, блядь, проплатил, что ли? Не хули, чтобы покалы не упали. Стрим снайпер. А он, я тебе говорю, он сидит молится, блядь. Я ставил там рыбу, выпали. Нет? Вроде да хули молится, деньги закинул, да и все. Да, стоит. Хорошо, когда стоит. Согласен. Тихо-тихо. Юлю забафайте, там, каску, престобаф, лапку. Крест и бан. Все говно, и накидываете там. Самое главное, МП5 дать. Так, Мардаун, ты в тьму зайдешь. А, подожди, блядь. Что брага регенерал. Короче, зайдешь, да. Ну, типа, покидаешь исповедь, там, что-нибудь покидаешь. А я в лагерике же. Лагает, потому что. Я в свято буду? Выйдешь на... Нет, блядь, ты выйдешь мордаунт на третью фазу, блядь. Ну ты зайдешь чисто исповедь там в танка покидай, блядь. Просто поприсутствуй. А я исповедь, я холик. Ты ДЦшник, ты в свету, блядь, будешь хилить первую и третью, блядь. Блядь, Вася же холик, блядь, ты говоришь, да, холик, блядь. Я же ДЦшник сказал, блядь. Нет, ты сказал, холик, он спросил, блядь. Холик? В тьме да. Транквилла, из-за 2-5, блядь. Он там лучше и полезнее намного. Ладно, ты у тебя... У тебя нет такой скорости щитков. Пиздец, дед, ты ж чё, забываться начал? Ой, блядь. Как я забываться начал? Я ему не говорил, ну холик. Всё, блядь, я спросил тебя вначале, холик? Ты говоришь, да, пиздец, холик. Пиздец, ДЦ я сказал, блядь. Нет, ты сказал, сказал, что транквилл. Всё, пизду, пересмотрите. Заебали спорить, давайте трайт. Потом нахуй. Видео пересмотрите. Время, блядь, идёт. Ну, ладно, всё, запускайте. Я спать должен, нахуй. Я тоже вообще по факту. Я тоже. Мне запы нужны мои, нахуй. Всё, запускай, поебать, так вот Евгению Ману. Ой, блядь. Козёл. Ебаный ты козёл, нахуй. Спасибо. Ебаный, блядь. Уходим, ДПС вижу, у всех по 3к. Блять, охуенно. Ну вот тебе ДПС рейд. Везде твой получается. Смотрим внимательно, куда падает ничего. Побежали. Так, ладно. Бежали метеор. Стопните по боссу, срочно. Убрали от босса, сейчас мобов еще убить надо, 2% всего. Не трогайте босса. Мобов разобьете. Ушел, точно. Мелких хауя. Ну что, норм спал больше. Да. Ну так просто надо, чтобы они раздельно были, вот и все. Самый большой нюанс. Агро у тебя на 2 мобов хватает. Что во тьме диспелит пейботу всякую? Во тьме диспелит кто? Транквилла. Угадал, да? Здесь такая мини-проверка была или что? Я спросил просто. Пиздец, помогите найти диспелит. Я сказал, чтобы Мардаунт не сувал руки туда, чтобы Транквилла это сам делал. Все окей. Я сказал. Ты, просто, ты там гость просто. Я тебе.
Готовьтесь. Да. Я понял. Слушай, может ты... Блядь. Блядь. Скринж. Этот. Катрисия ресы. Лезвий там нету? Нет, нету, можно зайти по нас. Вставай, быстро заходи. Че по процентажу? Там лезвие сейчас появится. 5. А, нет. В этот раз не брагаюсь, блядь. 54%. Так, заканчивается лезвие, да? Быстрее старайтесь перевести. 52. 51%. Ваза пошла. Метку смотри вниз. Ждем, вот она в архиве. Метка, метка. О, блять. Ну и хули, та же это ваша. Метеор. Смотрим. Танкрила как сдох, нахуй. Поставил в метку. Все, забейте. Минус 25, я, нахуй. Я просто в ахуе, блять. Что метка? Засосало в метку, да. То есть ее выносили, и меня просто в нее засосало. И вышли в портал, да, подняли? Там метка портал была, вышли, где... или вынесли из дисплея ли хуево? Как так вообще? Я не знаю, то есть там рядом... Метка вышла в портал, или что было? Сука, говорите, кто в не тебе был. Не вышла метка в портал, не кто вышла. Кто выносил метку, нахуй? Да в России выносил, близко. Но он в портал не уходил. Не уходил он. Кто диспелил с него метку? Быстро, блять. Кто диспелил метку? Пишу же, сука, вынес хуево. Кто диспелил ее? Поебать. Да, ну, виноват тот, кто диспелил. Кто диспелил метку? Да хуй тебе, кто так сознается. Ну вот, пиздец, блять. А как это она, да. А как это она не у края оказалась, блять? Что ты долго ее не мог диспелить? Ты не бежал до края или как это было, блять? Я не понимаю такой логики, блять. Ну, типа, вам нахуй не надо этот босс, блять. Продолжайте дальше, нахуй. Проблем нет вообще никаких. У тебя там 3 хила. Ты бежишь к стене и диспелишь ее там. И диспелит назначенный человек. Ты даешь шоки в себя. Не надо вот этой хуйни, блядь, диспела, блядь. Ненужного, неправильного. Засосала, блядь, хила, блядь, который, сука, на всем рейд держится, вся тьма на нем. И падает рейд, блядь, из-за этого. Скажите просто то, кто выносит метку, типа, краю, типа, я там выбежал, блядь, или диспел, там, что-нибудь скажите. Диспела не было долго, нахуй, Транквила. Ну-ка, расскажи-ка, твой косяк. Нет, лужа он... там маленькая была. Ну а как общем, так? Просто, а как... Он просто вынес криво, типа. Как было-то, я блядь? Не знаю, он просто вынес, я начинаю, подвожу к диспелу, и все. Он диспелил, он, да? Он диспелил, потом, и все, и у меня посмотрим. Все, блядь, хватит, нахуй. Так, на будущее, блядь, во-первых, метка выносится к стене, это раз. И если ее Транквила не диспелит, то будет ему ГП. Не тыкай, сука, рыбу, блядь. Это моя Кази. Рыба, я ее поставил. Я твою смысле, рыбу не трогаю, блядь. Я в смысле, что... рыба уже стояла, блядь. Я вот только твоя что... рыба стоит. А-а-а. Хорошо, когда стоит. Ну нехуй мать, блядь. Я просто поставил, думал, ты мою тыкаешь. Нет, я уже все похавали, ты я себе понял, рыбу поставил. Блядь. Его на огород не лезь. Ага, я понял, с апокалами, я понял. Кто там, блядь, Мурлокос зайдет, нет? Или все, хватит. Он это, отбутнулся, видимо. Пиздец, блядь. Вот когда, блядь, ну... Пиздец, я хуею. Когда-нибудь? Просто. Следующее уже... За это время, будет, что но... мы сейчас тут сидим, можно было уже ТТГ убить, нахуй. А как Сиджи умер? Я в лезвие зашел. Насмотрелся. На меня. Смотрите повнимательнее, что происходит, блядь. Ну, каждый должен понимать, от чего он может сдохнуть. Да, блядь, это такая чистая. Не случайно. Серьезно, варам не хватает. Там не хватает меткости с покалами и кольцом. Так там у тебя Никитос что-то очень сильно лагает. Да. Все, блядь, ставьте шкаф. Ебобаный ты, козел, блядь. Стильно сейчас было. На, микрофон выключил.
Да, да. Блядь, ахой. Только зашел. Ладно. Можно выходить, да? Дембель, ковчег не вижу. Можно выходить. Дембель. Да заебали лагальщики нахуй. Один лагает, блядь, третий... Хуй пойми, блядь. Ну, бля, я делал все, что в моих силах, ладно. А не любящий ты что у нас? РП в хиле? В свету стоишь, никуда не заходишь. Блядь, пиздец. Ладно, удачи. Давай, Гейл. Бешеная лень. Ты куда полетел? Ну-ка, вернись назад. Рыба там какая-то есть вроде. Протухлая машина, ничего. Понял, да? Свету стоишь, никуда не заходишь. Походу, в принципе. Нет, понял. Хил. Это ты Артём, да, или ты это ты меня? Третий хил, блядь. ДПС и там и так жопой жуй, блядь. Мартан, ты же ДЦ, да? Они да, там... ДЦ. Он ДЦ, да. Свету холик, может быть. Жри ну, там. Ну, Артём, оставайся в свету, я в тьму зайду, почилю. А, нет, ну он, сейчас он зайдет в тьму, потому что он холик. Ты там не надо, там, блядь, два... Ну, ты понял, там 2-5. Ну да, да, я понял, да, я понял, что там... На отшибе, я... бесполезный. Ну ты да. Понял, ты поебать не нужен, нахуй. Довесок. Все, блядь. Как же мордаунту обидно, блядь. Да не, да, блядь. Да мне это похуй, я просто открою два на шапку. Ну похуй, но не похуй. Потом выбиться, это знаешь, это как ДК без Т4 танчит. Ладно, похуй, ладно, да я потом два на шипе просто открою и скажу, блядь, что-то я не хочу хилить, я так хочу шипе. Я так хочу. Я понял, нахуй. На варе затанчить следующую рыску. Готов, не любишь ты? КЗ, это пятый навара буду брать. Блять, ахуй. А дайте горн, пожалуйста. Давайте же горн и всю хуйню вместе. Обновите крик на КП, пожалуйста. Сейчас будет. Давай. 4 секунды осталось. Горна до сих пор нет. Крика на КП стал нет. Так я только что дал. Мне ничего не получил. Этот. Ну, на, не люблю щиты. Выйдешь, когда свет. Ты будешь, короче. Что, блядь, ты, короче, понял. Ты, короче. Подожди, Мордаун пускай диспелит. Мордаун диспелит свет. Сдохнет. Первую и третью. Дальше бежит. Мордаун, запомнил? Первую и третью. Как же он идеально хорошо играет, господи. Хорошо, ладно. Посыпались люди, нахуй. Друид-инвалид. Гомосек Аресы. Мэтфокс Каталу. В темпе. Стали дамажем. Ай, я забыл заблочить эту хуйту. Я так хочу. Да, блин, я не кончал. Ой, извиняюсь. Ты меня заел тогда. Под босса забей. Маленького забери. Пиздец, ДПС не вижу, нахуй. 25 000, тебя. Выйдите. К сожалению. Да, тебя Invisible обгоняет, если что. И Пасифея. Ну, короче, все. И Шалфир, и Рарник. Не все, братан. Все, все, блять, повнимательнее, ну, блять. Игру, блять, будете в среду добивать. Дал на пул в Ишу. Мардаун, в кружок. Или без кружок. Меня, блять. Все, понял. У меня. Да, я аккуратно. ГЦ с третьей манускриптом. Прикольно. Ебать, чуть люди не обрыгались. Это да. Было близко. Не флудите. Хорошо, шеф. Прошу прощения. Бог прости. Как из доболы. Бога нет. Да хватит, ну, блядь. Осуждаю, блядь. Что, что такое вы? Захватники, хорош сука. Флудить. Это уже границы переходят. Сейчас за флуд захуяли. Что там по этой, по... По процентажу. 52. Готовимся. Все, я тебя зачитаю. 50. Сейчас я зубы дам на всякий случай. Метка не выйдет. Смотри себе, выноси быстренько.
Жаль, не тёр. Дядя. Блядь, хоть бы успеть. Ух. Чего вы так в свету? А почему во тьме 4 хила? Ну, не люблю, в свет должен выйти. Так, чисто на... напомню, нахуй. На третьей фазе ты в свету и на первой, блядь. Давай быстрее сюда. Маркдаун вынес. Да, вижу, вижу, вижу. Давай тут смотри, чтоб танк не упал. Блядь, хуёво. Метеор. Жена. Угу. Процентаж, смотрите, у меня я отвлекаюсь очень сильно. Смотрите, сами. 40 свету. Стоп, мне кажется, ДПС на 40. 40 свету босса не трогаем. В свету играем через 50 и 60. Анонсите все это, я потому что отвлекаюсь. Свету 50. 50 свету. Да все, не хватит, все идем. Метеор. 60 по боссу сыграть. Дядя. Пасифея вынеси. Пасифея, выноси огонь. Давай. Свету 50. А чё с Герой, кстати? Забыл спросить. Леди. 60. Метеор. Блядь, хотел... вы огонь бьете вообще, не? Да бейте, мать. Ну бей чё. Заманчился. Заманчился. Чё, а есть прожитый цвету? Дайте, пожалуйста, я иногда не люблю. Толча. Я тебя могу гимна почитать, хочешь? 40, свет не бьём. Во тьме Геру? Дал гимн на Хамано. Во тьме Геру? Да. В трэш, играем, не трогаем босса. Нет, нет шамана там, да? Да я один шаман в рейде вообще. Не ходи. Сейчас метеор ждём. Будет 60, вас свету Геру дадим. Метеор. Метеор. Сейчас походу 40 будет. Сейчас трэш появится, можно у него переключиться. 60? Да, давайте Геру. 50, и трэш, 50. И босса. А. Свету Геру, да? Да-да-да. 50, пока давай. Бьем трэш, трэш вливаем. Да, трэш убейте и после... Давай, похуй уже. Ну, блять, я спросил. Убей, сейчас, да похуй, похуй, убейте. Давайте зеркаем эту дуру. После трэша просто по боссу фулл играйте и все. Там, кстати, сдох рарник, нахуй. Да, Адлан свободу кинул. Ты вилашу кинь. Не фу. Чуть-чуть затопил, да? Я зубы там задел, там хлебнул. Метеор. Лезвие. 40. А, ну добиваем два мульта. Под морду побежал. Во тьме падаете, что ли? Давайте хильтесь как-то. А, доиграли. Хуёво, когда падает. Ебать, унесло. Блядь, ну ёбаный, чё за мусор? О, кольцо, нихуя. Опа, наручи, это... Ну, это конечно, мне... пиздец просто. Ой, а наручи, кстати, заебумбовские, блядь, да? Да, мать, может... это надо. Может, мусор. Убрать на... Может, убрать нахуй ТТГшные запы, блядь? Убирай. Это бесовый практически, считай. Это что-то будет ещё. А, это да, это бесовый зап. Сейчас, подождите, только не ливайте, распределю и поедам. ТТГ-25 че нет? Видишь, Слава, а, тем, кто сдох, и не пулил маленький. Алло. Чё, Зенга? Что ты хочешь? Нет, там главное щит не... За победный трай ГП въебать? Кому там называй? Ну нет, это я имею в виду, кто сдох. Называй Void Light ГП. В смысле, я сдох. Давай, Void! Ебаш! Хуярь! Ебаш. Ну ладно, ладно, Войду можно не давать. Ну типа хуй, бля, сейчас вот, кто-то обрыгался и типа... Вот, вот почему на этом колечке нахуй не меткость крит, блядь? Ну ёбаный брод. Ну какой нахуй? Так, Мордаун, ты потерпишь или надо тебе сильно? А кто хочет еще? Ну я. Продай портал.
А, ладно, а забирай нахуй. Хочу... Давай, дед, забирай. Ой, какой ты слабый. Не, ну ты смотри, точно, может, тебе надо. Да, забирай, господи, ты так нихуя не лутаешь. А я чё, блин, дохуя что ли это, хилю в последнее время. А чё, мы всё типа, или мы эту ТТГшку загоняем? Нет, не пойду я. Завтра ну, уже. Полчаса осталось. Ого. Не. Пойдёмте ВК-25 занесём 50-50. Хватит. Завтра после целка обычки. Не, ВК-25? Ага, спасибо. Кто пойдёт на эту срань? За танкование. Вот. Да, и Лёхе, мне... Вот, я сейчас на два дня уеду из города. В воскресенье только буду. Если это что-то. Кто ещё бы хорошо знал? Продакс. Да? Так. Урги, короче, выиграл. Так, сейчас, секунду, значит. Автомобиль. Пешка у нас что? Пятихатка. И полтинник. Что, Холидринг, Лингрен, да? Холидринг, Лингрен, Катрисе. И Маркдаунт, у меня ШП мейн. А что, а за Геро можно? Геро? За то, чтобы защитить, можно тоже? Кто там еще? На пул ебать еще. Давайте всем ебаним уже, просто так по приколу, блядь. По приколу, да. Хотите жвачку? Так, надо же забрать. Спасибо за РТ, парни. А тем же немного будет, Слава. А? И за ГМ, ХМ, блядь. Бля, ебать, я обрыгался, полутал. Я за ГМ, по-моему, не накинул.